В эру современных технологий, Wi-Fi и Bluetooth, мы стали забывать о таком способе передачи данных, как передача по сети 220 вольт. Давайте обновим в памяти, что же это такое. В очень упрощенном виде выглядит это таким образом. У нас имеются два устройства, которые могут как транслировать в сеть, так и слушать из сети. Передача информации происходит в моменты перехода синуса через ноль, и выглядит она вот таким образом. Пачка импульсов на частоте 120 кГц – это единичка, а на частоте 100 кГц – это нолик. Все то же самое, только вживую, можем посмотреть на реальном примере. Для этого подключаемся осциллографом, смотрим на экран, тут у нас бежит синусоида, переходим в режим захвата, нажимаем кнопку на плате и смотрим, что у нас захватил осциллограф. Как видим, в моменты перехода синуса через ноль у нас идет пачка импульсов. Фиолетовый – это сигнал с фильтра, а желтый – непосредственно оцифрованный сигнал. Более подробно можете посмотреть в полноценном ролике на канале.